Здравствуйте, дорогие зрители! Я приветствую вас на канале Олиш Арт. В первую очередь я хочу выразить свою благодарность вам, дорогие мои абоненты, все, кто подписался на мой канал, все, кто заходит просто поинтересоваться, что же такого интересного в мире творчества, рукоделия, за ваши приятные отзывы, за ваши комплименты, за то, что вы постоянно заходите на мой канал, ставите лайки, комментируете, тем самым мои видео продвигаются, и у меня становится все больше количество подписчиков, и я не успела к этому первому моему маленькому, нашему маленькому юбилею, первые 100 подписчиков, ради которых я затеяла маленький подарочек. В результате у меня получилась такая маленькая сумочка. Женщины найдут, что делать с такой маленькой сумочкой. Ну, конечно же, я предполагаю, что женщина должна уместить в эту сумочку половину своего гардероба, всю косметику, туфли, все что угодно. Ну, в общем, все сюда не поместится, но все же смотрите, что с этой сумочкой происходит. Она увеличивается прямо на глазах. Смотрите, до каких размеров. Это лукошко, в которое можно уже поместить, ну, много чего. А как только вам перестанет быть нужно такое большое лукошко, вы просто дерните за веревочку, сделайте вот такое маленькое движение, и ваша сумочка превращается опять вот в такую маленькую корзинку, которую тоже можно положить в сумочку. Вот такой вот маленький сюрприз я решила вам сделать. Он еще не закончен, и сейчас я еще работаю над ним. Вот это вот только что я приваляла, вот этот вот маленький бутончик. И теперь хочу сделать вот здесь, вот смотрите, довести до финальной точки. То есть мне надо вот тут вот еще поднять эти цветочки, чтобы они все были на уровне. В общем, сейчас пойдет в дело моя волшебная иголочка. Это в валянии тоже вещь такая очень полезная. Иголочка самая обыкновенная, швейная. Я просто возьму, закреплю все, что здесь не совсем так легло, как мне хочется. Я все это просто доведу до такого финала, который мне нравится. Ну и, дорогие мои абоненты, я благодарю вас. После мастер-класса сможете точно так же сделать такую же маленькую прелестную сумочку. Я правда нахожу ее прелестной. Я люблю такие маленькие аксессуары. И еще хочу, чтобы вы мне сказали, хотите ли вы к этому аксессуару приготовить что-то вот в этом стиле, чтобы можно было ее с чем-то надеть так, чтобы это уже было, ну, прямо комплектом. Если я увижу, что большое количество зрителей хочет это увидеть, я обязательно для вас это сделаю. Для меня это очень хорошая мотивация. Итак, приятного просмотра, и я очень рада вашему обществу. Спасибо вам и до новых встреч! Ткань, посмотрите, какая она интересная. Конечно же, это будет сумочка, декорированная маками. Но, вы знаете, это будет интересная такая сумочка, потому что мои подписчицы, все, кто вот, кого я сейчас поздравляю, и те, кто будут моими подписчиками, присоединяйтесь, конечно же. Но те, кто уже со мной, те, кто делал изделия по моим мастер-классам, видели уже вот этот вот шаблон, который, на котором я валяла шапочку Бини, такую объемную шапочку Бини, которая садится сама, ей не нужен никакой манекен, ничего не нужно там подкладывать. В общем, вот такая вот шапочка. И потом еще эта часть, шаблон, на котором я валяла сумочку для телефона. Еще мне нужен будет вот такой вот блокиратор для того, чтобы в этой сумочке сделать кулиску, в которую будет втягиваться потом шнурочек. На этом шнурочке будет притягиваться, собираться сумочка и закрываться таким образом. Вы найдете этот шаблон в моем мастер-классе шапочки Бини на сложном шаблоне. Надо вот эту половинку умножить на 4, а потом еще добавить, чтобы это выходило вот таким образом за края, потому что все это будет вот таким образом в
вкладываться как блокиратор, да, все оно будет огибать все вот эти вот изгибы, и в результате выйдет вот здесь вот за края. И потом, когда все это уже сваляется, его нужно будет вот так вот просто взять и вынуть. И внутри останется кулиска, в которую мы вставим шнурочек, и наша сумочка будет завязываться. Поскольку у наших маков этот цвет присутствует, то внутри эта сумочка будет такой вот темной. Это цвет кофе. Покрыто это будет внутри черной вискозы. Вот и все. А теперь следите за руками. Я начинаю со слоя вискозы, который будет защищать сумочку изнутри. Подбирайте такие материалы, которые приваляются. Вот в чем интерес вот этого материала, который я взяла, это сетка. Там сетка, и сквозь него будет шерсть будет пролезать. Вот я положила этот слой. Теперь мне нужно положить сюда слой шерсти, темной пока что. У меня будет внутри темная, а потом будет оливкового цвета. Ну, в общем, я сочиняю здесь такую маковую поляну. Сумочку можно сделать такой квадратной раскладкой, чтобы она держала форму. Прокладываем здесь кромочку из тонких прядочек. Если кто-то не знает, что это такое, вы можете все вот эти вот уже тонкости найти в моих предыдущих мастер-классах. Все, о чем я тут не скажу, вы можете найти на моих других видео, в которых вначале я вот просто подробно рассказывала, ну, прям такие вот азы, которые, если вы смотрели уже мои видео, то вы уже это все знаете. И теперь я буду говорить те моменты, на чем сакцентировать внимание. Но если что-то непонятно, вы можете всегда мне задать вопрос, и я вам обязательно отвечу. И мне это даже приятно, потому что я начинающий блогер. Ну, я на YouTube всего лишь месяц. Вот, так что, дорогие, милые мои подписчицы, я вас поздравляю с тем, что у нас с вами уже собралась такая хорошая компания, потому что я абсолютно уверена, именно для этого я и создавала канал, поскольку мне катастрофически не хватает общения с творческими людьми. И я нашла себе вот такой вот выход. Я себе организовала пространство. Мы же творцы. Мы же творим свою атмосферу, свою жизнь. Мы создаем. Вот я создаю вокруг себя эту творческую атмосферу. Она всегда вокруг меня была, но мне не хватало общения такого с людьми, такого же склада, как и я, которые видят красоту в таких вещах, в которых нетворческие люди просто не видят. А мне это необходимо. Я уверена, что у вас, у каждой уже есть своя какая-то творческая история, что вы тоже в поисках чего-то такого интересного. Может быть, кто-то тут среди вас есть такой уже человек, совершенно достигший какого-то такого уровня в творчестве. Ведь мы же все ищем себе подобных. Мы же ищем. Это же для нас такая пища. Где там что-то интересненькое? Где там кто-то что-то такое сотворил? Творцы, они же, у них же профессия такая. Творить. Вот я тут с вами разговариваю и проложила вот первый горизонтальный слой. И теперь мне нужно проложить вертикальный слой. Ну вот я делаю кромочку здесь, да? Мне нужно тупыми кончиками здесь создать вот такую вот ровную кромочку. Здесь вот во все места выходит за пределы немножко вертикальный слой. Так, здесь будет донышко. Теперь прокладываю слой вискозы. То у меня была внешняя часть вот этого кармана, а вот эта внутренняя часть, одна из сторон кармана. Вот сейчас все увидите, если вы еще не поняли, что происходит. Вот такую ниточку я взяла. Я хочу проложить вот здесь вот кромочку, чтобы это все было прочнее, чтобы карман не растягивался. И теперь
закладываю еще шерстью и проложу еще один слой, вот такой. Пусть у меня этот кармашек будет, он будет потоньше, чем все слои, но пусть у него будет 3 слоя тоненьких, 3 слоя. Теперь я кладу сюда кармашек, пусть он будет вот так вот слегка заходить за края. А здесь вот получается, что слегка не доходить до этого края. Вот будет такой кармашек для телефона или для других каких-нибудь надобностей. И теперь я закладываю внутреннюю часть вот этого кармана. С той стороны будет 1 внутренняя часть кармана, да? Вот по типу той сумочки, которую я уже показывала у себя на канале, как там делается карман. Точно так же и здесь. Я разложила здесь эти все слои. Теперь я кладу блокиратор и раскладываю точно так же. Сначала вискозу, потом шерсть. Закладываю вот только вот этот вот карман. Захожу слегка за края, чтобы этот кармашек привалялся. И вот это полотно сравнялось по качеству, по толщине с вот этим полотном. Проложу тоже ниточку здесь, только здесь прямо вот на длину вот этого кармана. Мне больше здесь не нужно, тут уже дальше есть эта ниточка. Я закрыла этот карман. И теперь беру, наконец-то, оливковый цвет. Прокладываю сейчас также 2 слоя. Вот самое такое сложное я сделала. Там, где есть какое-то отличие от всего остального, я предпочитаю это сделать в самом начале. Вот здесь карман. Чтобы не забыть потом, ничего не перепутать, я его заложила. Вот я проверяю и фиксирую. Пока что просто фиксирую готовый. Я постараюсь обойтись без мыла, потому что я хочу сюда привалять еще вот эту ткань. И ну, чем меньше там волосочков начало уже сцепляться между собой, тем лучше мне будет для моей идеи. Мне тут главное убрать воздух и промочить, чтобы это хорошо завернулось. И дальше я блокиратор я кладу, да, где у меня тут серединка, где будет у меня книжечка переворачиваться, и заворачиваю таким образом, чтобы у меня вот эти все шерстиночки улеглись в нужном мне направлении. В общем, я их распрямляю. Ниточку я пока что оставляю за пределами, потому что мне ее надо будет упаковать внутрь вот этой шерсти. Слежу, чтобы вот этот шаблон максимально развернулся. Вот, и теперь раскладываю вот эту вот часть. А там пока что в развернутом виде. И продолжаю закладывать вот так вот каждую грань, только уже без кармашка. Начиная с вискозы, так же, как и все слои. С внутренней части я начинаю. Накрываю, смачиваю и так далее.
Вот у меня уже последняя сторона, и я хочу прокомментировать некоторые моменты. Вдруг вы что-то зачем-то не проследили, все, что там я делала. Вдруг что-то непонятно. Здесь у меня ниточки скручены между собой, создающие эффект корзинки. Мы распрямляем все, что с той стороны выходит. Вот здесь на финальной стадии мы ищем такое им место, чтобы их спрятать так, чтобы не видно было, где соединение. И мы отрезаем, где будет его не видно. Можно проложить туда еще капельку шерстки. Под одну мы туда вот, под нее мы просунем эту ниточку. И таким образом будет вот так, как в плетеной настоящей корзинке. Она будет объемной формы, как вот та шапочка Бини, которая прямо на столе приобретает объемную форму и не нуждается в дополнительных каких-то формовках. Прокладываю здесь еще одну шлицу. Специально этот бортик оставила, чтобы это все зацепилось между собой. Теперь перпендикулярно вот так вот краешку то же самое я делаю, чтобы здесь была такая прочная. Так, дальше мне нужно положить сюда эту веревочку. Я ее в некоторых местах распушиваю, в некоторых местах для лучшей сцепки и для пущей декоративности. Вот я смешиваю эти ниточки между собой, скручиваю и выкладываю здесь. Это одновременно является таким имитацией, что это плетеная корзинка. И кроме того, еще это является, оно одновременно и упрочняет вот это место. Получается, это декоративная часть и в то же время функциональная. Заворачиваю. Я веду это по краю, чтобы здесь вот эти вот края, они охватили, да, вот эти ниточки. Вот я это сделала. Здесь растягиваю так, чтобы, когда это сожмется, чтобы это давало какой-то такой орнамент. Вот видите, я вот эти ниточки между собой в некоторых местах растянула, отделила, отдалила друг от дружки. И когда они будут садиться, они приблизятся друг к другу. Но в то же время они будут накладываться друг на друга, дадут такой орнамент. Теперь здесь немножечко я припорошу зеленью, капельку буквально, чтобы опять же легче сцепилось. Хочу вам подсказать, если вдруг, например, вам тяжеловато удерживать в памяти, в воображении вот именно точный рисунок, чтобы вы сделали все части декорации, декорирования одинаково. Если вам трудно это, вы можете там забыть что-то, какой-то момент, поскольку ну, он здесь не один момент декорирования, а их несколько. И чтобы ничего не упустить и разложить так, как вы разложили на тех других сторонах, вы можете просто взять и сфотографировать. И потом, если вы забыли, освежить это в памяти при помощи фотографии, вы посмотрите, вы будете знать. Потому что здесь нужно не упустить, что вот эту корзинку, вот этот декор, вот эту зелененькую травку чуть-чуть сверху мы положили, да, я положила чуть-чуть, припорошила, чтобы оно удерживало и чтобы создавало общий рисунок. Потом цветочки, я их распределяю по пространству, и с каждой стороны я это делаю так, потому что в данной композиции вот такой вот расклад будет потом шахматкой. Еще нужно будет не забыть положить паклю в финальной обработке. Теперь я хочу вам показать вот эту ткань, с которой я работаю. Она просто гениальна для этого
для этой идеи, оказалось, что просто, вот просто супер. Если вам попадется такая, вы обязательно себе возьмите, у вас будет такая возможность потом создавать такие маки, и не только маки, розы можно. Вот посмотрите, я взяла ее, разрезала вот так вот, таким образом, чтобы внутри здесь оказались, вот посмотрите, оказались вот такие вот бортики. Вы видите, как я это делаю? Я распрямляю эти краешки и внутрь сюда, вот в эту канавку, запаковываю темную шерсть. Потому что в данном случае у меня там маки, да, они внутри темные. Вот я прокладываю такую из шерсти, достаточно, ну, скажем так, хороший такой достаточно слой, чтобы все это проникло и привалялось. И удерживало на себе вот эту вот ткань, вот эту сеточку. Эту замечательную сеточку. Вот так я прокладываю эту канавку. Потом в эту канавку я закладываю нитку. Вот такую, с запасом немножко. Потому что с этого краешка, вот где я запас возьму, я потом еще сформирую серединку. Маковую такую, маковку сформирую, сухую вот туда, которая выглядит. Ну вот такая ниточка у меня оказалась. Она и лохматая, ну, правда, тут синтетика, но вот за счет того, что она лохматая, она хорошо тут приваливается. Ну, она, я вот эти, вот этот краешек потом выведу за пределы. Ну, в общем, вы увидите, я этим краем, видите, вот я упаковываю. А потом я этот рюшечек, плюм, вот этот рюшечек я распрямляю, накрываю. То есть получается, у меня эта канавка внутри, она закрывает шерсть, а эти рюшики не касаются шерсти. Я из этого формирую цветочки. Я раскладываю таким образом, чтобы вот эта длинная ниточка у меня оказалась в центре. Вот видите, наружу. Раскладываю таким образом. Эту ниточку я пока откладываю. Вот, она оказывается у меня, она будет у меня в центре. А вот это вот я, вот так вот, имея в виду, что где у меня находится вот эта шерсть, она вот здесь, да, запакована, я этим местом прикладываю к поверхности сумочки. Вот это завожу внутрь. Вот это у меня будет с краю. И вот эти вот края, они должны быть на расстоянии, чтобы здесь дать дополнительную декоративность. Вот, вот этот край я прячу, а вот этот завожу внутрь и укладываю таким образом, чтобы было здесь пространство. Ну вот, видите, между этими слоями пространство. И вот пока что оставляю это так. И прокладываю сюда, внутрь, шерстку. Ну, то есть это у меня букли, это у меня, как это еще называется, кудри. И еще это называется флис. В общем, я это прокладываю внутрь, но если у вас этого нет, вы можете положить просто обычную шерсть. Я это прокладываю таким образом, чтобы эти маленькие ворсиночки заходили немножко на вот эту вот декоративную часть. И потом возвращаю сюда вот эту ниточку и укладываю таким образом, чтобы это имитировало, ну, такую маковую вот эту головку, маковку, да, вот эту серединку серенькую, серо-бежевого такого, ну, серого скорее цвета. Я укладываю это и вот оставляю это так. Вот и все. Когда я уложу здесь вот побольше такой вот цветочек, потом еще вот сюда, мне надо слой вот этой вот льняного волокна положить, не забыть. Дальше я продолжаю закладывать.
я закончила все. Теперь контролирую, проверяю. Заложила кулиску. Здесь заложила. Не забыла сюда ниточку проложить по бортику. Потом положила декор сюда, скрутила с двумя ниточками одинаково. Положила шерсточку, покрыла вот этой вот паклей. Все. Все этапы закладки закончены. Осталось только взмахнуть волшебной палочкой и все это реализовать. Вот, поливаю цветочки и жду, когда прорастут. По крайней мере, уже они хорошо политые у меня. Ну и теперь добавим им то, что нужно. В данном случае мыло. Им тут нравится, видите, сколько пены. Я хорошо промыливаю вокруг. Движения должны быть такие, чтобы ниточка не сдвигалась. Мне нравится этот процесс. Очень нравится этот процесс. Ну, знаете, процесс реализации начинается. Все, я это сделала. Все стороны я заложила. Мне осталось это еще машиночкой обработать. Накрываю. Выдавливаю. Чтобы не было там слишком много воды. Вот, потом я уберу эту воду. А пока что машиночкой проработаю. Мне нравятся эти маки, очень нравятся. Собрала эту воду. Поднимаю эти лепесточки, как они мне нравятся. Это же настоящие маки. Вы видите, если вам повезет найти такую ткань, не задумываясь, покупайте, потому что из нее можно сделать массу вещей. У меня уже появились на нее еще идеи. Я же хочу не просто носить эту сумочку, а в каком-то, в комплекте с чем-то. Итак, вот маки, я поработала над ними, чтобы ничего здесь лишнее не привалялось. И теперь проверю, нет ли лишней влаги. Вот я ее отсюда выжимаю, лишнюю влагу, и убираю. И теперь приваляю еще, закреплю серединки вот эти при помощи машиночки. Все, теперь я думаю, что все тут уже на этой стадии достаточно привалено. И начинается с этого момента сваливание всего изделия, потому что уже все заложено. Ну вот и начну с этой стороны, я ее закончу обработку, предварительную обработку, так же, как и во всех этих, со всех сторон, когда я закладывала эти стороны, я делала эту предварительную обработку. Но с этой стороной я поработаю уже побольше, так как уже начинается следующий этап. Это этап интенсивного сваливания изделия, которое уже прошло предварительную обработку. Вот смотрите, уже прямо-прямо я вижу, что полотно становится однородным. Просто чудо какое-то. Это, наверное, потому, что, во-первых, что мы хорошо это все поливали и удобряли, вот, а во-вторых, потому что шерсть очень тонкая. И здесь нет вискозы, здесь просто шерсть и вот такие вот волокна льна, которые дадут такую поверхность красивую, натуральную.
Поэтому видно, что уже шерсть между собой свалялась. Прямо видно это. Вот, я очень нежно сейчас скольжу по поверхности, чтобы это все зафиксировать, вот эти все волокна льна. Я их буквально так вот прямо, не отрывая мою руку от поверхности, я скольжу таким образом, чтобы эти волокна не двигались. Поэтому вот я кладу вот так вот ладони. Вот здесь вот у меня какое-то такое воздушное пространство образуется. Это на первом этапе, чтобы волокна зафиксировались очень хорошо, с шерстью сцепились. А как нужно, чтобы они сцепились? Ой, здесь я немножечко переусердствовала. Ну, в общем, я это все возвращаю. Вот немножечко я, ну, поскольку оно чуть поднялось, я его на всякий случай. Оно не оторвалось там, и я не поднимаю это, не поднимаю, потому что тогда, видите, я не обратила внимания, была неосторожна. И у меня оно подвернулось, и я увидела там черненькое, хотя там ничего страшного, но я не хочу, чтобы там появлялись какие-то такие намеки на то, что там может где-то неправильно приваляться что-то. Мне нужно, чтобы вот эти штучки были вверху, чтобы между ними не было шерстинок. Вот, поэтому я их периодически вот так вот поднимаю. И потом мне очень нравится это делать. Но будьте осторожны, здесь внутри еще не совсем привалялось. Поэтому поднимать только вот прижали вот тут, и тогда вы поднимаете. Ну, а теперь вот эту серединку желательно хорошо это все проработать, сцепить это все. Свалять уже. Сейчас начнутся уже. Я начну сейчас уже туда пролезать с изнаночной стороны. Вот смотрите, я тут начинаю уже сваливание, поэтому я открываю вход в сумочку, контролирую вот эти все волосочки. Вот я проникла туда вовнутрь и сваливаю теперь вот таким образом. Смотрю, что мне тут неплохо было бы чуть-чуть добавить мыла, очень аккуратно, и попытаться это все между собой там сцепить. Чтобы уж наверняка. Так, я поработала еще над этим. Ну и теперь поднимаю опять мои края. И вокруг проработать это все, притереть. Смелее не бойтесь. Вы просто здесь прижали, а здесь работаете рукой. Тут то же самое я хочу сделать. Я сначала позаботилась о серединках маков, чтобы уже точно они там не двигались. И теперь я делаю, проделываю то же самое со всем остальным полотном. Вот тут вот фиксирую. И теперь смотрите, у нас же там боковая вот эта вот часть, ребрышко. Мы его тоже прорабатываем. Все, мы теперь начинаем вот работать так, мы работали. Когда я вам показывала шапочку Бини, если кто-то не знает как, вы можете туда прямо пойти и увидеть весь процесс, такой же, как с шапочкой.
Ну, кроме декорирования, вот декорирование отличается. Вот здесь я уже могу пробраться туда. Пальчиками, когда я туда проникаю, я расправляю вот эти вот ворсинки, которые там, возможно, где-то сцепились там, где не нужно. Вот я их расправляю и здесь сваливаю. Так же, как я сваливала вот эти вот центры мака, я также сваливаю здесь. Так же, как в том мастер-классе по шапочке Бини, я скольжу с изнанки. Хотя здесь вот, ну, пока что мне нужно сейчас проработать вот тут вот сверху, чтобы все схватилось, зацепилось. Я должна именно вот этим сейчас заняться, чтобы у меня все вот эти поверхности прочно прикрепились. Потом я уже буду смотреть, чтобы не завалять вот эти все, вот этот весь декор, чтобы он остался у меня видимым, выразительным. Видите, я придерживаю здесь сверху, а внутри делаю круговые движения. Так, я смотрю, что здесь уже достаточно прочно. Меня это устраивает. И теперь я аккуратно, чтобы вот там у меня нижний декор не шевелился, потому что он еще не совсем привален. Но вот эти вот бочка уже немножечко я могу проработать. Немножечко, мы потом еще к ним вернемся. Я их закрепляю. Еще могу вот так вот это поделать. Потом я вот эти вот, опять же, лепесточки поподнимаю. Но сейчас мне нужно это, чтобы создать здесь внутри вот эту мыльную среду, эту пену. И чтобы там все хорошо сцепилось. Вот я так поделала еще. Вот тут вот бочка. Вот так вот еще. А здесь у нас будет донышко, да? Краюшек хорошенечко проконтролировала. Видите, у меня палец внутри, а ладонь скользит поверху. И таким образом я выравниваю край. Мне он здесь не нужен идеально ровный. Здесь у меня декор. Вот тут вот проверяю, чтобы у меня было все четко. Видите, там у нас вход, кулиска эта. Вот она такая. Вот вы можете, вот тоже у вас получится туда достать. Вы так сделаете. Все. И теперь, ну, я сразу возьму и переверну, чтобы было проще работать на ту сторону. Вот так вот беру, переворачиваю и работаю здесь. Все делаю то же самое. Я еще раз приваливаю вот эти вот цветочки уже попрочнее. То есть мы берем и вот эти канавочки приваливаем там, где у нас эта шерсточка, ее надо смешать.
Все мои маки я проработала по черненьким вот этим вот местам. Теперь хочу все мои маки вот так вот закрепить еще. Делаю плоское дно. Вот! Видите, что получилось? Вот он у меня, этот кармашек. Я его еще хочу проработать. Знаете, я просто возьму сейчас и выверну. Я уже не боюсь, что они там все сцепятся, сваляются, эти лепесточки. Я теперь беру и выворачиваю эту сумочку и работаю вот таким образом. Я не хочу его класть в плоскость, чтобы оно там заваливалось и становилось плоским. Я предпочитаю работать с ним вот так вот же в 3D-пространстве, как я его и формировала, прорабатывая, формируя ту форму, которую я хочу получить. Я могу сделать ее более округлой, более длинной. Это на ваш вкус уже. Все, что вы хотите получить, вы можете это все теперь сделать при помощи вашего скульптурирования. Вот этот вот начался этап скульптурирования, потому что все основные моменты мы проработали. Теперь уже нет никакого риска, что у вас там что-то отпадет или полотно будет некачественным. И мы сейчас начинаем это все скульптурировать. Мне очень нравится этот этап. Вот я сейчас пройдусь по всей поверхности здесь внутри. Вот так вот. И пойду прополощу ее. Там пойдет уже совершенно другой этап. После полоскания это сваляется буквально на раз. Я хочу его немножечко ужать теперь по ширине, буквально слегка, вот так вот. Теперь вот этот вот шаблон, который, у меня эта нитка болтается, честно говоря, не знаю, буду я там ручку делать или не буду из нее. Вот мне надо отдельно проработать вот этот вот карман, потому что он у меня, видите, мало я ему уделила еще времени. А ему нужно уделять столько же времени, сколько всем остальным поверхностям. Ну и что, что он не декорированный, он все равно хороший. Я все равно на него обращаю внимание. У него просто другие функции. Нельзя ведь его оставить без внимания, потому что на нем нет маков. Вот я над ним хорошо работаю, чтобы он сел по объему, так как вот вся остальная сумочка, чтобы у него был такой же, такие же формы. А для этого мне вот такие вот движения нужно сделать. Он достаточно плотненький получается. Мне он нравится. Я могу даже его немножечко изменить его форму, чтобы он там не торчал сверху. Я его вот так вот могу углубить, чтобы в него легко было попадать рукой, телефоном. Так, я это сделала. И теперь я пока что оставлю вот этот шаблон внутри и пойду полоскать. У меня еще вот этот вот шаблон, который здесь блокиратор, да? Фокус покажу, смотрите. Если я это стяну, сумочка начинает стягиваться. Видите? Вот так вот. Я это прополоскала. И быстренько по изнанке, также по изнанке я его хочу намылить. Срочно, пока оно горячее. Теперь уже
Я могу это мылом сделать вот так вот прямо. Оно уже тут все хорошо сцепилось. Не будет ничего тут отцепляться у меня. Промыливаю хорошенечко все. Пока оно горячее, оно очень сейчас быстро начнет сваливаться вот в таком состоянии. Осталось только вот буквально еще немножечко. Я также продолжаю в пространстве работать, чтобы не потерять вот эту форму, которую я заложила. Я хочу сделать донышко плоским, и поэтому я ее так вот беру. И по вот этой вот шершавой поверхности сваливаю это донышко, формирую. Все, теперь я хочу вывернуть и посмотреть, что получилось. А получилось здорово. Смотрите, что получилось. Видите, как это красиво? И теперь я могу вот так вот его посваливать. Вот. Я могу еще, знаете, что сделать? Стянуть немножечко в объеме. Вот здесь вот подтянуть этот шаблон. И немножечко зафиксировать. Я даже возьму его, завяжу, например. И теперь распределю это. Вот эти вот входы в нашу кулиску. Я беру теперь вот эти вот, сжимаю между собой. И таким образом получится у меня декоративные вот шлюхочки такие под ручку, куда я буду вставлять ручку. И зафиксировать вот эти вот места, где стянула я, да, внутри тут. Подвалять, стянуть. Вот я беру, стягиваю так, чтобы это было равномерно распределено. Здесь они приобретут такую красивую декор, такую красивую декоративную форму. Войлок сам еще подсказывает какие-то такие идеи, подает. Когда я вижу, что из него что-то такое может получиться, о чем я даже раньше и не подумала, то, естественно, я откликаюсь. Он откликается на мои усилия, я откликаюсь на его подсказки. Получается такое взаимодействие. Мы вместе создаем это. Войлок и я. Смотрите, что получается. Какая красота. Очень мне нравится. Просто супер. Я хочу теперь еще вывернуть и зафиксировать немножечко вот по поверхности, теперь вот эту форму зафиксировать, закруглить эту корзинку, да? Вот так прошлась по всем. Теперь вот так вот я его еще посжимаю, чтобы она у меня, сумочка эта, сжалась и стала немножечко такая, знаете, бочоночка. Ну, корзинка, бочоночка. Теперь еще хочу взять вот так вот все это, чтобы выровнять. Вот таким образом. И повозить вот так вот еще, чтобы донышко у меня тут хорошенечко выстроилось. Все, вот такой вот мешочек получился. Я думаю, моя сумочка готова. Мне осталось только поработать над ремешочком. А вот эта часть, ну, еще немножечко я хочу посадить по периметру.
прополоскала опять. И это уже финальное полоскание. Вот смотрите, я выворачиваю мою полянку маковую. Смотрите, как это красиво, как мне это нравится. Все привалялось замечательно. Но если где-то, вот смотрите, капелька тут, я его прихвачу ниточкой, это совершенно не страшно. Все остальное привалялось чудесно, замечательно. Я хочу вам сказать, как в финале, когда я полоскала, что я еще делала. Я брала вот так вот и переминала. Вот таким образом я переминала, оно еще смешивалось. Это уже во время полоскания. Ну, перед полосканием и во время полоскания. Вот брала вот так вот, переминала вот эти вот все волосочки. Вот все так проработала. Вот тут вот у меня будут ручки. А там, где мне нужно будет притянуть, я могу использовать обычно вот такой вот шнурочек. Скорее всего, я так это и сделаю. Вот он, карман внутри. Вот. Сюда можно будет класть какие-нибудь ваши, что вы хотите. Возможно, телефон. Как я думала, что телефон. Вот вы туда положили, и он уже у вас не болтается по поверхности. Здесь будут ручки. Вот, потом стянется это все. И такая чудесная-расчудесная сумочка. Все. Следующий этап — ручки. Я сформировала эту сумочку на баночке. Вот так вот прямо зафиксировала. И теперь расправила. И пусть оно сушится. Такое мое изделие. Мне осталось только сделать ручки. И посмотрите, что я буду использовать. Вот у меня есть такая резиновая штучка. Это вот, знаете, чтобы двери там, чтобы не продувало. Вот есть такая резиновая прокладка. Теперь я ее разрезала. Она как раз вот чем мне подходит. Во-первых, она прочная. Во-вторых, она той ширины, которую мне хотелось бы иметь ручку. В-третьих, она такая податливая, гнется. Ну, в общем, ею можно придать такую форму, которую я хочу. Вы можете сделать из таких материалов, которые вам доступны. У меня был выбор, я вот остановилась на этом. Вы можете тоже поискать, посмотреть, что вам больше подойдет. Смотрите, что я теперь делаю. У меня вот есть такая полоска шерсти. Можно было бы, конечно, еще подлиннее, но у меня остался такой кусочек. Я просто решила ее использовать. Я вот беру и вот так вот его раскладываю, растягиваю так немножечко. Теперь еще отрываю такой же кусочек, соединяю таким образом, чтобы получилось более-менее такое однородное везде полотно. Укладываю сюда и заворачиваю. Просто закручиваю это рулетиком. Вот она у меня оказалась внутри. Теперь я беру такую нитку, которую я использовала на сумочке, когда декорировала, ну вот имитация корзинки. Вот я обвиваю этой веревочкой. И вот этой веревочкой, в народе это называется шпагат. Я забыла, как она называется, жутовая, что ли. В некоторых местах я ее распушила, и теперь делаю, можно в том же направлении, можно в промежутке. Так будет красиво, если я это сделаю вот в промежутках между этой веревочкой, которую я уже, ниточкой, которую я уже накрутила. Вот здесь я еще хочу добавить немножечко, чтобы вот эти кончики, чтобы у меня было тут больше этой шерсти, потому что эти кончики я должна буду между собой еще соединить. И теперь по тому же принципу, по которому мы с вами валяли уже ручку для сумочки, маленькой сумочки, в которой внутри была вставлена ниточка,
мы валяем и эту ручку, капнуть немножечко, и теперь вот так вот ее привалять. Еще забыла, вот эту паклю я хочу добавить. Добавляю вот этой вот пакли, соломки такой, и начинаю вот так вот сваливать, чтобы она уплотнилась, эта шерсть, вокруг ручки. Пока что без мыла. Вот она прихватывается и уплотняется. Вот эти кончики пока что не сваливаю. Вот эти кончики. Я просто вот эту шерсть приваливаю тут, которая в конце. А кончики оставляю такими свободными. И теперь постепенно я вот такими вот движениями, скатываю эту шерсть пока что без мыла. Вот я его слегка так прихватила, то есть я убрала оттуда воздух, я его прижала, но это было без мыла для того, чтобы оно там внутри это все сцепилось между собой. И теперь я добавляю немножечко мыла. Вот я капнула сюда мыло и добавляю водички. И теперь начинаю потихонечку вот так вот сваливать. Край тоже я еще пока что не заваливаю. Край оставляю. Пока что достаточно. Вот оно уже свалялось до той степени, что я могу приступить к другому этапу. Вот эту ручку мне надо протянуть вот сюда, в эту кулиску. Мне надо вот эти ручки соединить между собой. Ну, во-первых, мне надо шерсть расположить таким образом, чтобы она захватила вот здесь вот, привалялась. Просто взяла его прочненько. Вот так вот вокруг обвила на этих местах стыков. Я это завяжу. Теперь вот это место мне надо завалять. Теперь я протягиваю еще раз со всех сторон, ее прорабатываю. Какая получилась декоративная ручка. И делаю вторую такую же ручку. И наша сумочка готова. Потом вот эту часть, где я сваливала, естественно, я спрячу туда вовнутрь. Вот могу для уверенности вот тут вот закрепить это все ниточками. А тут пусть будет эта кулиска, потому что я могу туда, я туда буду просовывать этот шнурочек, на котором у меня может затягиваться сумочка при желании. Вот в такую позицию. Но можно ее и так носить, как корзинку. Вот и все.